Всем приветики. Ну вот и все, нет у меня больше вот этого монитора. Я его вернул назад, потому что, ну, я его отвез в магазин, и как бы они отправили его на гарантию, по гарантии в сервисный центр, и сервисный центр подтвердил дефект, как бы. И мне вернули деньги за него. И теперь у меня сейчас его нету, ну, и мне за него вернули деньги. Стоил он $150, мне их назад вернули, правда, растраты на поездки, я же его назад в другой город отвозил, возвращался, за дорогу там еще $10 ушло несколько раз, то его сначала отвозил назад, возвращался, потом за деньгами ездил, это мне, конечно, никто не компенсировал, то есть, ну, хорошо, что от меня ушла дефектная вещь, но плохо то, что пришлось лишний раз кататься туда-сюда и лишние деньги тратить на поездки, вот. А так вообще я оказался прав, там действительно углы обзора были плохие, то есть когда ты такой смотришь на него, картинка нормальная, только начинаешь подниматься, она затемняется, и чем ты выше, тем она темнее, и в итоге совсем темная. Плюс в этом мониторе там были углы, ну, углы обзора неправильные, и цвета черные, какие-то прям слишком черные. Я там черный максимально ярко выкручивал, и тогда по краям зернистость была видна из-за того, что черный так ярко выкручивал. Вот. Да и потом, мне кажется, вот здесь, это старый монитор, а это новый, как-то получше смотрится картинка. Вот он листик, вот она гусеница, вот на нее вода упала. А здесь какой-то листик, он такой весь засветленный там. А там можно выбрать другие настройки цвета, но все равно они тогда что-то ухудшают. Здесь как-то он так смотрится, как-то все вот сбалансировано. То есть зеленый, коричневый, да, такая прозрачная, а здесь оно какое-то такое, ну, такое, либо оно слишком яркое, либо оно слишком темное, то есть нет баланса. Там либо все слишком темное, либо все слишком яркое. Мне этот монитор даже не понравился как-то. Вот, поэтому, наверное, следующий монитор я не буду брать с IPS-матрицей, если буду менять. Также возьму с VTN-матрицей. Но уже, ну, такой, с технологией фликер-фри, потому что я брал за технологию, ну, типа, для защиты глаз, технологии фликер-фри здесь есть, здесь нету, как бы, вот. И следующее, если я буду брать, то, наверное, тоже ТН, тоже ТН, как здесь, но уже с фликер-фри, вот. Потому что IPS что-то у меня цветами, а может, это именно монитор такой попался, что, типа, там какая-то неправильная, плохая, и, типа, яркость была. Ну, не яркость, а настройка цветов, типа, сильно что-то, во-первых, углы неправильные, они должны со всех сторон быть одинаковые, а у тебя чуть выше, понимаешь, и темнеет, вот. Плюс цвета темные сильно затемнены, яркие засветлены, как-то, ну, такое, мне кажется, бракованный монитор сильно попался. Вот, так что я его отвез назад, и хорошо, что отвез, единственное, что у меня осталось от него, это вот, вот этот вот видосик, как бы, на экране, вот. И все, такие вот делишки. А вообще, я очень долго привыкал к цветам, но я попробовал, попользовался им всего 3 дня, наверное, и назад отвез. То есть я еще даже не успел... Ну, вообще, мне не понравилось как-то сильно все такое. И углы эти не понравились, и обзор, то, что он сильно темнеет, и то, что черный как-то какой-то сильно темный, и цвета какие-то непривычные. Ну, вот здесь мне как-то вот оно как-то... Мне здесь приятнее смотрится, чем здесь. Хотя, наоборот, на IPS-матрице, это IPS, должно быть цвета как-то лучше, насыщеннее, ярче, круче, чем на TN-матрице. А тут, получается, наоборот, вот он, TN-матрица красиво смотрится, а здесь как-то оно так все. Хотя эта настройка у меня такая была яркая. Если сделать темнее, то там... Черный, например, будет слишком черный, не видно там будет ничего. Какие-то там вот моменты, где, например, деревья здесь различаются, если сделать потемнее здесь. Тут уже не различаются там какие-то моменты. Ну, такое мне вообще не понравилось что-то. Хотя, как я сказал, там, наверное, именно монитор такой плохой, бракованный попался. Наверное, если покупать монитор, то нужно не так, то, что ты в интернете заказал, и он тебе пришел, а ехать именно в магазин, садиться за монитор, смотреть... цвета, смотреть углы обзора, если тебе понравится, только тогда покупать. Смотреть, чтобы не было битых пикселей, там, засветов, и только тогда покупать. Чтобы он именно тебя устраивал по цветам, по всем, по углам обзора. А вот это вот, ну, то, что... Хорошо, конечно, что его забрали, что дефект подтвердился, что мне не оставили, типа, эту вот ерунду. Но неприятно вот это вот кататься туда-сюда, это тоже не очень, вот. Как-то так. На этом все, всем покедово.